Новогодние каникулы – традиционно время пышных застолий. Диетологи год от года непреклонны в приоритете домашняя еда. Чтобы не переесть голодными за новогодний стол, лучше не садиться и, конечно, не налегать на жирное и салаты с майонезом. Большое количество ингредиентов в одном блюде – это идет большая нагрузка на поджелудочную железу, на желудок и вообще на желудочно-кишечный тракт. Соответственно, еще зависит от того, ну это в большей степени, конечно, у нас салаты. Еще вреднее жирные и углеводные еды – алкоголь. Его нужно разумно дозировать. К тому же терапевты рекомендуют держать под рукой сорбенты и на следующий день пить побольше жидкости. Ну а если совсем не в моготу, обратиться за помощью в больницу, возможно, у вас средняя степень похмельного синдрома. Возможно, осложнение. Человек может, быть, сердцем плохо, может даже инсульт получить, потому что здесь и давление может повышаться, и тахикардия, и другая симптоматика возникает, и судороги. Каждую зиму в больницу округа поступают до 20 пациентов с обморожением или переохлаждением. Пик приходится на новогодние праздники. В первую очередь страдают уши, лицо, руки и ноги. Первые признаки переохлаждения – это посиневшие губы, открытые участки кожи белеют, и вы перестаете их чувствовать. Чаще всего страдают взрослые, причиной становится алкоголь. Я рекомендую не пить и на холод выходить на улицу, потому что сейчас температура минус 30-35, и может под алкогольным опьянением может не чувствовать, и у них снижается чувствительность, и не знает больной даже какой степени, может до 3-4 степени. Необратимые последствия для кожи начинаются во время второй степени обморожения. Но все же, что делать, если уже переохладились? Если вы оказались далеки от города и рядом нет теплых домов, в таком случае в снегу нужно вырыть нору, залезть в нее, попытаться отогреть сотовый телефон и вызвать помощь. Ну а в городских условиях все намного проще. При охлаждении или обморожении достаточно занести или зайти с пострадавшим в теплый подъезд, накрыть его теплой одеждой, искусственно обогревать ни в коем случае нельзя. Поврежденную кожу желательно перевязать, но никаких узлов. Повязка должна быть свободной. Растирать снегом тоже не стоит. Обрабатывать поврежденные участки тела спиртом и маслом запрещено. А вот вызвать скорую помощь, напоить пострадавшего чаем и угостить его шоколадкой, наоборот, полезно. Зачастую замерзающему может не хватать калорий. Иван Тручин, Александр Хиля, Максим Кутафин. Программа «Время Ямала», Салехард.